Три пескаря рад приветствовать всех, кто смотрит это видео, всех любителей рыбной ловли. VIP-участок покидает наш водоем. Пообщаемся с главной представительницей этого улова. Добрый день. Всем добрый день. Расскажите, пожалуйста, как прошла ваша рыбалка. Вы заехали к нам ровно на 54 минуты. Да, вы даже не пробыли часа. Я думала, что мы тут побыли часа два. Рыбалка отличная. Погода великолепная. Рыба вся с икрой. Икра аж прямо из нее плещет. Можете сами убедиться. Да, рыбка вся. В общем, вся получили массу удовольствий. Приедем еще обязательно. Что работало, расскажите. Ой, что работало. Вообще, я как бы в этом не очень особо профессионал. На что ловили? Давайте по-другому. На резину. Резина работает, да? Резина работает, да, работает цветная резина, черная не работает, особенно оранжевая работает, и на медленная проводка, да? Медленная проводка, точно. А железо пробовали? Нет, вообще актив пробовали? Нет, не пробовали. Не пробовали. Ни пасту, ни железо, ничего не пробовали, да? В принципе, зачем, да? Если уже... Зачем, если... Да, это... если ловить, то ловить наверняка. Да, да. Ну, скажем так, за это время менее чем час удовольствие получили? Массу. Рыбалкой довольны? Да, я у вас, кстати, первый раз на вашем водоеме. И теперь буду постоянно вашим гостем. Я больше чем уверен, что не последний. Да. Хочется вам сказать, ни хвоста, ни чешуи на воде. И всего доброго вам. До новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания.